Здравствуйте, уважаемые друзья, дорогие подписчики. Сегодня делаю небольшой блог для своего YouTube-канала. Хотел бы рассказать историю про себя, чем я занимаюсь и кто я такой. Итак, я бывший военный дирижер, также профессиональный барабанщик. В 2011 году я уволился с армии и уехал жить в Германию, где прожил в общей сложности 5 лет. Там занимался разными работами, работал в доме престарелых, на заводе, в супермаркете, также преподавал гитару и барабаны частным образом. После этого брак распался, в 2017 году я вернулся назад в Россию и поступил на работу в детскую школу искусств Красносельского района, города Санкт-Петербурга, где проработал в общей сложности 2 года. В школе не было директора, и после этого пришел новый директор, спустя 2 года, которого зовут Кугаевский Николай Андреевич, и начал принуждать меня к увольнению. Привел новую команду людей своих, начал принуждать меня к увольнению. Я начал сопротивляться, не выдержал, накричал на него. Он в ответ вызвал психиатрическую скорую помощь. Меня скрутили, насильно отвезли в психиатрическую больницу, вкололи лошадиную дозу галоперидола. И затем, после примерно полумесячного нахождения в этой психиатрической больнице, был устроен суд врачом, который утверждал, что я психически больной и что мне требуется дальнейшее лечение. Я отрицал все это, суд не внял моим утверждением, оставил меня на дальнейшее лечение. Также мне был поставлен диагноз «биполярное расстройство». После этого, когда я вышел, директор сказал мне: на вашем месте работает уже другой человек, либо вы увольняетесь сами, либо мы уволим вас по статье, найдем какую. Я, естественно, уволился сам, чтобы не было проблем, но сделал вывод, что мы живем в преступном мафиозном государстве. Выступал против Путина, за отставку Путина с поста президента, потому что я считаю, что если депутат-единорос так преступно себя ведет, то в этом виноват президент. За что меня опять-таки упекали в психушку уже в городе Мурманске, потому что я вернулся в свой родной город Североморск, где поступил работать на почту. Меня упекал в психушку врач Орловский Петр Александрович. Я выступал в различных местах, публично, также в школе, и меня забирали в полицию, затем отвозили в психушку. Вот это то, что я хотел рассказать вам о себе, чтобы мои подписчики знали, с кем имеют дело. Спасибо большое за внимание. Всего доброго и до новых встреч.